Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку Alpen Gold, миндаль и кокос, белый шоколад. 162 килокалория. За 100 грамм у нас здесь 90 грамм. Вот, также состав самый-самый обыкновенный, 1 Е добавка. Вот, посмотрите, почитайте состав, кому интересно, просто нажмите стоп. И прочитайте. Также здесь вот есть сайт. Вот. И давайте же ее посмотрим. Какая же она внутри. То есть на картинке она должна быть вот такая. Здесь у нас миндаль и кокос. То есть вот оно, видите. И миндаль, и кокос здесь нарисован. Они идут все друг за дружком. Да? Ну, то, что здесь есть картинка Alpen Gold, так будет понятно. Вижу уже красоту. Так, нам понадобится наша помощница. Так, посмотрим сначала с этой стороны. Да, тут видно прям много всего, что-то чего-то много, особенно прям вот с этого бока очень много чего-то есть. Тут вот небольшой пробел, здесь пробел, тут. Тут, то есть вот пробелы какие-то есть, а так вот прям вот много всего, плохо промешано немножечко, а с этой стороны красиво. Видимо, наверное, сначала накладывали, а потом форму эту заливали. Вот. Красиво, естественно, написано Alpen Gold, улыбочка здесь. Здесь посередине написано «Улыбнись». Ну, как раз здесь вот кокос и миндаль. Так, что мы видим внутри? Внутри, ну, как бы да, есть. Тут вот меньше начинки. Здесь, соответственно, ее не видно. Ну, не так, как на картинке, конечно же. Отличается, как всегда. Здесь вообще не видно начинки. Здесь она есть. Ну, то есть, как-то вот так. Так, сейчас посмотрим, где у нас больше начинки. Вот здесь. Давайте я его сейчас попробую. Вкусное, сладкое. А сладкое ближе к приторному. Вроде не приторное, но приторное. Такая поближе. Сильно сладкое. А начинки прям досталось очень много. Она мелкая, прям мелкая-мелкая, но ее много, ее чувствуется, ощущается. Ее приятно жевать. То есть она легко прожевывается. Ароматная, вкусная. Давайте попробуем вот этот кусочек. Здесь меньше начинки. Потому что я так думаю, что, наверное, начинка просто вот она беленькая. Просто она очень мелкая, и как бы она есть везде. А вот эти кусочки, скорее всего, уже просто крупные. Кокосом. Прям отдает таким явным кокосом. Да, действительно, начинка мелкая, она есть везде. Даже если, допустим, видно, что тут вот мало начинки, то она есть. Скорее всего, здесь кокосовая стружка. Поэтому создается впечатление, что вот такая вот начинка кругом. Вот это довольно... интересно, вкусно, и покупая шоколадку, ты знаешь, что на целую большую компанию тебе точно достанется кусочек с орешками. Вкусное. Кокосом прям очень, миндаль. Ну, миндаль тоже, в принципе, есть. Видимо, вот темненький, он как раз и есть миндаль. Понравилось, ее можно, да, подарить кому-нибудь. Alpen Gold, в принципе, довольно хорошие шоколадки. Вот. На сегодня это все.
С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите, понравилась вам она или нет, и какая конкретно вам нравится шоколадка. Мне будет приятно. Также смотрите наши другие ролики, наши обзоры на другие шоколадки Alpen Gold. Их очень много. Я смотрю, вы хорошо смотрите их, поэтому я буду дальше продолжать снимать ролики на них. Там уже появляются новые уже вкусы. Также смотрите наши ролики, как мы с сыночком живем. Моему сыночку 2 года, как он развивается. Это очень интересно, как мы занимаемся, растем. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.